Саранча голосует. Первый тур президентских выборов. Участки открылись рано утром. Хотя заморские территории страны начали голосовать еще вчера. Из-за разницы во времени главная борьба за кресло президента республики развернулась между четырьмя кандидатами. Проевропейским Эммануэлем Макроном и радикальной националистической Марин Ле Пен. Леворадикалом Жан-Люком Меланшоном и экс-премьером Франции времен Николя Саркози, республиканцем Франсуа Фийоном. Согласно опросам, у всех кандидатов практически равный процент поддержки.